Паничел, это вообще кто? Это Сурк? Ебать, у вас да, это Сурк. У нас затухло 5к УС. Тебе левичка не давала истерию, потому что... Не давала он тебе. Я бы левичка сказал, дамажил. Ну, он Рид сказал, что мне лунку кидал, но это я отследить не могу. Ну, это Рид и лунку кидал, ну, блядь, господи, это лунка тебе даст сколько ДПС? Ну, косарь. Какие косарь, блядь, нету там косаря, это одна и лунка. Рид мне решает очень много. Некрат тебе решает, Рид решает, но аптайм-то низкий будет. Одна и луна всего лишь. Там скиллами пару раз кританешь, и то не факт. Ну я сети тебе говорю на опыте, что она 1000 точно дает. Это даже не больше. От босса зависит. Кто ты? Там... Так обрезал скрины, они типа скажут, что а, это не на Сурке. Хм. Блюдки ебаные нахуй. Оо, вот оно, блядь. Что там? Красивые цифры, нахуй. Где? Лунка, у тебя игра и лагает. А, я демку игры врубил, что ли? Нет, мы все видим. А. Блять. Ой, Кунка, игра лагает, игра лагает. Это что такое? Ой! Ой, глюза. Вот это танк, вот это бог игры. Так, вот он с лича. И тут видно, что это ебучий лич, блядь. Бля, здесь нету отслеживания. Ну да, это Лич Кинг. Три истерии ты за весь бой Лич Кинга. Она же 2 минуты кдшится. 3. А, 3, интересно, в чем дело. Блядь, чё мы стоим нахуй, нихуя не пуляем, блядь. Да а, не было там второй истерии, чё гоните, я бы сказал, что мне кидают вторую. Да, да. Я, короче, банку на МП5 выпил, нормальная банка, да? Тем более для 2-3 мало. Ну это. Вот они скриды от папы пахана. Кунка пахан. Белай. Лайф гоуш. Он и. Нечестивая мощь. Подожди, одна скорость. Ты чё, один пот только юзаешь, что ли, на это? Ну, я ж по рунам смотрю, еще не забываешь, типа. Ну, вообще, ну как, вообще пью всегда 2 пота, просто один раз может быть хаспот, понимаешь? Ну, ты же можешь 3 пить вообще на сурке, ебать, шлак, ебать. Вот он ну, даже не потеет. Зачем? Как ты 3 пьешь? На армор пить, что ли, блядь? Да. Ну, я не делаю этого. Ну смотри, 80 силы атаки на целую минуту. Плохо раз. 2. Ну а насчет хаспота, я иногда свою банку пью, но 2. У тебя не отображается. Одну, потому что через минуту пул сурка, и ты пьешь другой пот. Я понимаю. Но типа, я же говорю, я не всегда пью 2 раза хаспот, поэтому да, тебе не показывает. Я иногда свою бью, я смотрю, что у меня рун не хватает, я пью на руны. Я вижу, что у меня рун хватает, босс умирает, я пью хаспот, понятное дело. Ну, это логично. Поэтому там не всегда просто показывают. А так я почти всегда 2 пота пью. Ну, если только боссы не пулят раньше времени. Да, фонарь? Да. Да что вы ржете, обезьянки, блядь? У нас локальный мем здесь. Я на своих нитроускорителях раньше времени пулю все живое. Все, что можно, нахуй. Что это, в нормальной кнопке жму? Какой там вывод, нахуй? Ондра просто рукастый, и королева тоже как бы моральные ценности считает, что надо радоваться, а всем ставить звание терпила ебаное.
Радуйтесь, что я с вами в фиге, ребята. Да, да. Эрл с Гурхарда пришел. Радуйтесь, я не против вас. В следующем рейде вместо Сурка выходит Лондра, блядь. Я, конечно, там в горло написал, радуйтесь. Что у вас есть такие красивые мальчики, как они? Тут мне Глю танцевал. Что там еще? Это Ондра на тухлопузе. На тухлопузе, ебать! Ты как так-то хуя дал? Я не знаю, мне так получилось. Ну покажи, сколько у меня на рунике крита. На мерзоциде 19к. Ты... Люди, понимаешь, люди в соло таргет столько не дают. Подожди, я, блядь, соло таргет, кажется, столько... Не, я дал соло. Нет, я соло таргет дал почти столько же, сколько ты на профе, бля. Двигаюсь хорошо, бро. Двигаешь? Я тоже, чувак, понимаешь? Я размашистый таймлю под второго, под зеленого слизня. Я быша кручу под второго слизня. Я рассекающую заю под слизня зеленого. Я тоже обужу, но там... Когда красный слизень в миле, я двоих тоже опять кливаю боссом. И все равно, блядь. Я не так сильно парюсь, но я там тоже две раны обужу. Я пиздец стараюсь, блядь. Я вот каждый ебучий миллипроцент пытаюсь выбить. Единственный мой косяк... На тухлом я тоже старался, чувак. Я понимаю, просто, блядь, старания, блядь. То, что вот на шестом месте, вот я вот, вот. Ой, блядь, что я сделал? Минус, я не отрицаю, что разница реально большая. Охуеть, блядь. Как ты больше дал на тухлом, чем на сурке, блядь? Там руну можно забыть. А, но, через зелёный это, да. Да, но урон есть. 3, 2... На сутке нету. Там покажи мне, сколько на крита, видишь? У меня обычно 50%, а сейчас сколько, я не вижу. Руник а сколько критовал? А не, сейчас 70%. Ну чувак, 70%. Это НЭшка роляет. НЭшка 10% дает, а не 20%. Ну, я не знаю, видимо, как-то она... У меня обычно 50-55. Это рандом тоже может быть, как бы, да? Условный. Не, я просто знаю, обычно 50-55. Там, может, поэтому, у тебя есть... Меня поэтому боссом и передамаживают. У него как раз таки вот... Как у меня с НЭшкой, так у него, блядь, без нахуй. Поэтому у него... Поэтому у него получше гиры. Но он стабильно ОВС больше дает. Бля, 40 тысяч тычка. Я почти в три раза меньше тычки. Да, вот это точно под этой, под лунка, да? Наверное. И лунка увеличивает твой урон, да. Не, лунка увеличивает. Но это мне под ней крипануло по-любому и под расовой. 40 тысяч это топ урон. У меня столько вылетает только под фун руками. Под всем вообще. Да не знаю, как по мне, даже под нэшкой, типа 24к условные. Блять. Ну не дает Нэшка столько. Косарь сниму 23к. Ну да. Ну косарь она даст. Даст. Просто если я тебе говорю, что ну. Я уже знаю, что у меня столько крита нету. Подожди, у меня тут тоже. Что меня персонаж не критует, так. Так, а ты залил? На твоих скинах понятно, что это сур. Ой, танки, нахуй, нубы ебаные, таунт не могут нажать, нахуй. Так. Два тела убило, ну. Ну тема не обновляется. Я могу такой скрин залить еще. Но, блядь, ну эти ебучие клоуны. Я надеюсь, экстемп не до их, блядь, IQ упадет, блядь. Ну зря надеешься. Вообще пиздец, типа. Прибежали в БДК, блядь. Нет, полной инфы. Ему полюбас давали 20 напулов, 20 истерий, блядь, 20 нэшек. Полюбас давали, конечно. Меня за слабого считают, если честно. Тебя еще за слабого считают, блядь. Такая ирония, нахуй. Так я скрины уменьшу, ну их нахуй. Я, кстати, уже на приват попробовал писать, что папку мне нахуй послали, грубо говоря. Ну это в грубой форме нахуй меня послали. Закрыли тему. Говорят, пишите вот так скрины все, скидывайте. Я говорю, не будут. Они могут. Вот это время. А, ты еще сообщение не отправил, я хочу посмотреть, это единственное. Не, я залью сурка, сухлопуза, кто мне что написал. Ой-ой-ой-ой-ой.
Что ебан там не видно будет. Так, в смысле? Смотри, нажимаешь предварительный опрос, нажимаешь на пикчу, вот. Кто тут не видно? Ой-ой-ёбки, блять, отбежать не могли, нахуй. Словили рёва, нахуй. Ой, пизду, ставлю полное изображение. Насру в тему, блядь, как конченая мразь. А не похуй кому-то. Да вроде нет. Кунка, это ты меня сейчас оскорбляешь так, да? Спасибо. Кого? Ты посмотри, что я раньше кидал на полный экран. Блядь, подождите. Так, все, эти скрины я нормально залил. Не, ну я надеюсь, если будет нерв, то только меня, чтобы не апнули тебя, хуесос, чтобы ты так же делал. Я надеюсь, меня апнут, потому что я создам тему, пошел нахуй, тухлопу смотрим, блядь, меня догоняют все. Вот нужно просто меня понерфить, но тебя не апать, чтобы ты так же хуесос. Надо тебя понерфить, надо меня апнуть. Нет, так не будет. А на остальных мне уже похуй, чувак, у меня шлем. Так не будет, чувак, вы там, сука, не пишите, так не будет, чтобы именно... А я так не напишу, я напишу... Здравствуйте, уважаемый XTM, дорогой разработчик. У меня ШМ. Почему я не дамажу? Все? Все нахуй. Так. Так, скрины с Суркой есть. Так, Юлька там что-то писала еще? А, похуй, свои залью скрины. Что стало, эх. Life goes on и on и on и on и on и on и on. Не, похуй, я миниатюру лучше залью. Так, Сурк. Нам в десятки нужно сходить. ТГ? Да. А у меня уже, ну, я на присте пойду. Но мы в конце недели идем с твоим пристом. Обычно. Ну, надо еще как бы целка 10 сходить. Карахэм. Закидывай дальше. Надо закрыть. Господи, что это за пиздоболина? Ты мне дашь это просто... Кунка злой. Пайман, да, блядь. Учит. Windows, нахуй. Активация Windows. Меня даже вроде не триксовали, а там некому было. Да некому было триксовать, господи. Еще и в пати всего лишь один БДК был, который на себя ее кидал. Было же, кому? Ливичка был один единственный БДК помимо Андрея. Я про триксы. Триксы не было. Было. Я если честно думал, он кидает на какого-то из ДДшников. Я просто не спрашивал, мне было похуй. Он мне писал, кидать мне или нет. Я написал нет. Нет, не надо. А он иногда в ДД спекался. А кто у него ДД был? Это уже похуй, он там полюбал. Если БДК, он все БДК на себя кидают из стерео, если они в ДД. Разумеется. А я бы Фростмага еще кинул, не? Ваничелла, 21.5к, соло таргет. Бля, Ваничелла поспешил с тем. Мне кажется, все дамажат, но кроме Вар. Действительно. Просто в ДК чуть больше. Чуть-чуть. Там на пару тысяч. Пару тысяч. На пару тысяч. Пару тысяч 7 срезать. У ВСа. А чё у Бебы по бафам? А вот она. Не, ну Бебусика не надо. Бебусика не надо, да, его? Да. Подожди, он меня передамаживает на 2 ебаных косаря с половиной. Пошёл нахуй. А так как я просел на тухлом. Причем прикол в том, он что он на кастере ебет, ебать, на тухлом. Прикол в том, что да, во-первых, он кастер, во-вторых, я вар. Там тоже ауешка в меня я летит, вар. Я получаю рагу и больше ударов героя спамлю. И все равно, вот мои 19к. Он тебя ебет, продавали. Пиздец. Так, Сурк, потом тухлопус, потом... Бафы, дебаф. Ой, бля, как много накидать надо. А как же наш Альбион, Кунка? Альбион? Как же моральные ценности Альбиона? Я в жопу ебал моральные ценности. Я хочу своего чара снять звание терпеливый, блядь.
Ондра, Ондра. What the fuck? Окей, я нашел этот скрин. Нашел, вычислил. Вычислил, нахуй. Блять, мискли. Ты чё? Хуево. А есть лог там, где 60 дают, нахуй. С пула. А, я охуел, ты где-то на... Ты с пула дал где-то реально 60, что ли? И это держалось долго довольно. Ну, секунд 10, да. Да, я... пиздец. 600 тысяч он нанес урона, пол ляма. Ну там пока руническое оружие держится, вот это танцующее. Ебать, оно можно... в тек. Можно держать вот эти 50 плюс. Ну да, кстати, боссов столько не давал, кстати. Он не шарит, походу, в секретике нахуй, не знаю. Так, вот скрин первый. Мне кажется, он бустует по-другому, чуть у него другая ротация бустует. Ирл. Сурк тот же рейд. А похуй, ну, залью фулл скрины, потому что мне не похуй, я никого не боюсь, блядь. А где мой details? А, нет, там видно, там видно details. Так, миниатюра. Все, а ты иди нахуй, ты. Ты некрасивый фулл ебальник закрываешь. Уменьшить же можно. Ну вот я уменьшу. Ну не так люто же. Ух, я тебе говорю, ты на нее нажимаешь, и тебя она перекидывает на эту пикчу. Ты думаешь, тем обезьянам на форме будет это? Да, смотри, один тип там все правильно написал, кстати, выше, что... Там, в принципе, нормально, тут темная рана, если дамаг будет. Всего лишь 1/3 всего урона, или сколько там. Это собственник, на самом деле, это, в принципе, 8. Ну 20 000, 22 в среднем это нормально. Это нормально там, такие цифры, в принципе, у каждого. Получается, убираем бонусы темной раны. Ну, темная рана дамажит очень много, да. Она 50% это у руника дамажит. Да хуя. Сделать чисто, чтобы руник в Т4, как с косой, типа разделенный на цель. И всё. Не дамажила минус 200%, хелила бота нахуй. Не, доты это много дамажит, если ты посмотришь в развертке, наверное. Они еще апнули, раньше же 35% 30, было. Да, 35 было. 35 было, да. Ну и апнули с двух кусков, между прочим. А сейчас от 4. То есть раньше было сильнее намного. Раньше ты мог доты 4 отдеть и доты 10. А, тебе 4 куска нужно были только вот этого уехать, дать бафу. Андрей, ты не выпил пот на силу атаки на 100 титана на сутки? Кончик. Спал, не, он на спал, не может быть такого. У меня на 100 титана. Масло, там час, что ли, сидели? Где, где ебаный на 100 титана, сука? Оно у меня 2 часа висит, трек, который можно. Вон она, на 100 силы титана, вон она. А, ну внизу, 56% боя? Что, спала, что ли, бою, что ли? Может, ну, спала, бою. Да не могло быть такое, Unreal. Ну, я просто сомневаюсь, если я в начале данжа выйти, то не могу пройти. Может, у тебя был баф, и ты не перепивал? Так оно на профессоре только спадет час. Ну, у меня еще 2 часа, у меня вот не. Это где-то, да, Ланы, может, что ли? Может, я реально, может, она спала до этого, я не перепил. Возможно. Типа у меня бывает, что я выйду с игры, захожу в игру, у меня бывает масло останется и на да, да, возможно, это, но это не, оно бы не зарешал так сильно. Ну, там, блядь, пару сотен ДПС. Да, это максимум. Ну да, может спало с этим боя, я не обновил, потому что думал, что быстрее убьем. Не знаю. Странно, да. Так, вот тут хуёво, тут 2 скрина. И только о, во втором я... мелком видно, ну, что ты стереопатил. Да, это жестко. Где это? Ну да. Ебать. Нормально, чарка. Ты еще мне что-то пиздел за мои проценты, блядь, которые у меня... 91% файма, это очень жестко. Это больше, чем мои 60%, блядь. Кого? Вы что сравниваете? Чарку и что еще? Это чарка просто сильная, это самая сильная чарка. Ну это чарка. Это самая сильная чарка в игре. В игре вообще, да. Ну, на милика, да? Угу. Ну так, да.
Ну, 91%, что я сам охуел. А что ты в телефоне сидишь? Лежишь, да? Вставай, да. 90% Тондра, ты обалдел? Андрюша, доброе утро. Я говорю, я квесты все ночью делаю, у меня нет смысла заходить в игру, если нет ВРТ какого-то. Что мне там, блять? Даже БГ уже не хочется играть, мне впадло. Кунка смешно, да? Типа, смотрите, как челики ноют. А, да, вообще прикольно, блять, весело. Это Ваня Чел сказал? А, да, да. А, это Пеках. Это Пека! Это тот самый Сикс-2, который пандл, да? Который жмет, который считает, что прожимные тринки лучше, чем которые прокают по КД. Блять, что у меня забахался телефон? В смысле? Ты прошла. Я тогда был с этим. Вспомни, как называется. С этого. С Лария на бычке тринкой. Когда играли. И под стаки. И под стаки льда, типа, 2 луч. Под максимальную хосту. На самом деле прожимные картинки лучше, чем рандомные, чувак. Если у них одинаковый аптайм, то по факту. Ну, если не кротик, то да, по факту. Кстати, что я заметил, Андрей, аптайм тринки на хосту у нее чуть-чуть ниже, чем. Я знаю, она даже так же работает, как зов. От она от вот так видишь. Шанс прока сниженный, да. Она от ближнего боя такая прокатит. И у зов то же самое. Видишь, а там просто урон. Поэтому а такая... ты не менял, да? В этом гире же бил. У меня то скрин есть. Да, да, у меня все то же самое было. Пиздец, скажи, я хочу эту голову просто, ебать. Такая имба. Я себя проверил. Да, я в этом гире. Бля, мне понравилось играть за Тетчичку. Если шлем не считать, у меня гир лучше. Если шлем не считать, у тебя гир чуть-чуть лучше, чем мой, да. Ну да. Но типа, с другой стороны, что мне только поменять? Апнуть печеньки, да? Тринька. И тринька. Все, в принципе. Ну все. Ну, типа, меня это все равно сильно не бафнет, чувак. Я получу ДПС где-то 300 максимум. Мне кажется, кольцо с ТГ тебе больше даст, чем в мире, если у тебя есть капор ПБ. Там в капах говно, нужно кучу сокетов менять. Просто кольцо с ТГ, оно дает очень много крита рейтинга, а мне... Так, азды, ты просто поставишь кольцо с ТГ, туда камень на силу или на РПБ, и все. Мне кажется, там плюс-минус еще один камень на меткость поменять, и все. А я вроде смотрел, там нужно 3 камня менять, а не 2. Типа, ты проигрываешь только по силе, но учитывая то, что ты сможешь... мне кажется, с ТГ будет получше, но это лично... А сколько у тебя сейчас меткости? Потому что у тебя это кольцо, 200. Понимаешь, 64-е, а то уже 58-е, там объективно 200. Лучше с ТГ. Ну, там даже считать я не буду, там по-любому с ТГ лучше. Если с ТГ брать силовое кольцо, то там очень много меткости. А я-то знаю, ну вот, смотри, мне нужно... А у тебя на ловкости? У тебя на ловкости силовое. Покажи, какой у тебя, 45-е? По силе ты, если... Ну, не знаю, сколько там сейчас РПБ, я не посмотрел. У тебя какое сейчас кольцо, 45-е? 58-е. Ну, так оно дофига себе силу атаки дает локом. Силу атаки, понимаешь? Пассивная вечная сила лучше, чем прокающая сила атаки или просто сила. На ПВЕ это взаимозаменяешь. Ну просто, блин, 17 силы разница. Это... Понимаешь, ты меняешь лупу на пупу. У тебя сейчас процент меткости перекап, это мало 17 силы. Ну, понимаешь, сила гнили... Ну, 17 силы — это 40 силы атаки вечной. Хорошо, сколько у тебя сейчас РПБ? С этим кольцом у меня... 13 не докап. Тебе все лишь 13 не докап, тебе одну шмотку поменять буквально. Это лучше. Да, и один камень поменять с меткости на силу, и все. Ну или на РПБ, если хочешь кап добить, там уже как сам. Как ну лучше. Я в голове на 15 ко всем статов заменю на 15 РПБ. А твое кольцо стабильно дает тебе 80 силы атаки. Ну, условно.
Это еще и хреново посчитал. Ну, типа, наверное. Понимаешь, вот, 360 КД у него 45. Ты забываешь, что основной урон очень часто ты на милике получаешь именно с первого бруста. И первый буст с этим кольцом это решает. Ну, типа, лично мое мнение. Вот твой прок. Если посчитать, этот прок в секунду дает 10 сил атаки, типа. На бурсте, да, но нет, у меня неправильно, такового неправильно, бурста нету, понимаешь? Нету у меня прям, чтобы я прям бурстанул, что ты неправильно. Почему? Типа 361, ты 361 умножил на 10, типа 10 секунд. Ты просто поделил, типа, так. Я делил прок, количество прока на количество КД. 45 КД, но аптайм 10 секунд, поэтому 35. Это неверная математика. Ну, это не показывает истины, ну, это не истина, короче. Но anyway менять надо, да, я знаю. Профита все равно больше. А так, Силу... на ДПС 300-500 ВВС будет больше, мне кажется. А так я силу гнили с гер надену, чем 250. Мне кажется, все равно, типа... Блять, мне кажется, скорее, блять, потом заменишь целкашное кольцо, потому что там... На это, на Толгородовском уже зеленые статы больше, чем на целкашном. Ну понимаешь, зеленые статы, смотри какие. Меткость, это отлично. Ну, зеленые да, статы. Да. А вот рейтинг крита, ну, мне вообще не интересует особо. У меня уже как бы в рейде перекап примерно процент, то есть. Да не, проки все равно пизже. Это кажется, все равно будет лучше, чем хэмовская сила гнили. Ну хотя навара. З, ну блин, жалко я просто на самом деле. Я не настолько игрок на варе, я просто знаю, что на БДК все равно будет лучше кольцо с проком, потому что мне нужно вначале очень урона много внести. Это и есть мой основной, типа, задача. Как можно больше урона внести в первый бурст. Ну у тебя-то типа, да, у меня и близко не такой бурст, ты же видел. Я 30к даже не выжимаю, прям с пула под всем дерьмом. Да, я видел, Поэтому я же говорю, я завара, ну, не такой игрок, чтобы прям, ну, проанализировать у себя в голове, что лучше, ну, типа. Проще говоря, что раньше на X2 старом Т4, что сейчас, армс для меня был всегда как стабильный урон, который вот держит планку, и она не падает, а только будет подниматься по истечению времени. Потому что бурсты не такие влиятельные. После нерфа буша, быша не такой влиятельный. Уже нету такого прям понятия. Прям, ну уже что? Бурстанул на дристал, блядь. Не знаю, мне кажется, вас нахуй пошли в этой теме. Ну, экстемп конченый, это факт. Ну, блядь. Нехуй делать мне. Я не знаю. Непонятно, чего вы тоже добиваете. Чего вы хотите. Нерфа БДК, ну за нерфа ты чё дальше? Я типа, хочу, ну, апармса. Типа без проблем, там пусть нервит, да, ну мне-то чё. Ну вот если вас при этом апнут, то у меня, конечно, вопросы интересные тогда, почему именно апают вас, почему не всех? Ну там, почти всех, да? То есть у меня тоже есть спеки, которые дамажат меньше в моем ЖДК. Типа, но их же не апнут, правильно? Так это не должно работать. То апают лишь те, то ноет нахуй. Типа, чтобы, блять, было оправдание, если тебе что-то не нравится, иди ныть. Оно априори должно меняться. Если что-то неправильно работает, некорректно, оно должно без моего вмешательства меняться. Это в их же интересах так делать. Если это так происходит не так, то значит, блять, ну, что-то явно не так, как говорится. Ну, могут не только лишь все апать, но только лишь те могут, кто не могут, ну, апать. Ну да, блядь. Вот в этом роде, да. Ебать. Ну потому что нечестно, когда нерфит одного, при этом вы хотите, чтобы апнули именно вас, а остальные классы что, тоже должны ныть и создавать миллион тем, чтобы это вот... Но... Вот, блядь, вот я одному похуй на все это, блядь. Это проблема администрации, это первое, я понимаю, но так не должно быть. Я к чему веду, что так не должно быть. Они должны быть сами заинтересованы в том, чтобы у них все правильно работало. Ну да, мы лишь должны привлекать их внимание к этому, если оно недостаточно хорошее. Ну, к сожалению... Но получается так, что без... Ну, без... к ним в нос от игрока ничего не получается просто. Да. Ну, ничего не будет даже меняться. Я уверен, что если бы люди не ныли, даже реворка 4 не было бы, скорее всего. Да, мне кажется, там бы совы, локи, блядь, в ДК давали бы там свои тридцатки. Да, типа, ну, поэтому вот этот вопрос медицины задается, типа, блядь.
Как у вас? Вот есть руководитель Сириуса. Неужели его это все устраивает? Типа вот этот ход работы, как работают его коллеги, типа, неужели это на протяжении стольких лет вы не задумались над тем, что, ну, возможно... Так ему как-то... похую, он бабки получает, какая ему вообще... Да-да-да, ему главное просто, чтобы бабки все ушли, и все. Типа, им всем вообще, ну, то есть, любому администратору, любому саппорту, всем тут плевать. Ну, и у них самое говяное отношение к игрокам, потому что, ну, среди всех серверов, за счет того, что нету... Бывали и похуже, конечно. Ну, бывали, а сейчас, на данный момент. На данный момент, возможно, да. Потому что они зажрались. Они знают, что они, типа, такие самые крутые, типа, сервер не конкурент другим, из-за того, что... Т4, БК-контент, у них, типа, уникальность, все дела. Думают, что они вообще самые крутые, но от них просто игроки X2 уже ушли. А на X4, где вообще донатить не надо, чтобы показать себя как-то? Надо донатить на Т4 БДК. Да-да-да, только на куски Т4 донатил, которые стоят по 4К каждый. И все. Хули там выпить легко-то? Я сразу же с печеньками, ты шо? Я вообще думаю, типа, я не знаю, вот скажут, как с котами, типа, последняя тема, как про Т5 была, и с этими, с трогами, просто так вот говорят, нет, не будем апать. Я думаю, если вообще Т10 одеть, забить хуй. Потому что Т4 настолько парашный, что не хочется с ними в нем играть. Они даже два куска понерфили, чтобы понимали, для понимания. Знаешь, мне, помню, ответили в приватке, Кука. Я им написал, типа, бля, типа, вот так, там плохо спек работает, плохо, да? Вот в чем дело, ты же остров Forbes открыл. И мне чего говорят, в этом, ну, то, что не тот раздел я написал, это и так понятно, мне это и так понятно было, объективно. Но то, что я ответил, то, что там, блядь, типа способность А не работает как Б, только потому что мне кажется, он мне написал, ну так, типа, он мне мои слова переобул. Хотя там, блядь, я кидаю скрин, там, где у меня плётка 8% крита, ебать, я так и думаю, да, ебать, мне кажется, нахуй, реально, блядь. Здесь кажется, нахуй. Ну, кстати, насчет этого... Мы с Эдиком смотрели, что у Details, у нас по-другому количество крита показывали. Не знаю. У вас, видимо, просто в DTLs там плетка же делится на маг урон, на физ урон, там, видимо, они как-то разделяются. Может, у тебя как раз считает маг урон, не видит крит. А мы физовый крит видим, хуй его. Ну, возможно, но там все равно факт в том, что там, блядь... Блядь! Нахуй. Ебучий форум, говна, нахуй. У вас там неправильное количество процентов показывало, типа, количество нажатий одинаковое было, вроде бы, и... Ну, там понятно было, что там процентов мало крита. Типа, у меня там на 50 нажатий, блядь, 8 критов, нахуй. Типа, сколько процентов от этого? Кунка, да. Обнови страницу. Зачем? Обнови. Просто там обнови. Там неплохой на вещер этот. Тебе нет ни одного аргумента. Вон тот спект дает больше, чем этот. Надо его нерфить. С таким же успехом. Ой-ой-ой, подожди, потом чписки пососешь. Да похуй мне на его высер, господи, ты мне скрины заруинил. Где полностью стафрета, гир, пинг и так пинг, далее. Пинг, ФПС, видеокарта. Он был без ФК, был без пот, даже без рейдбов. Как это все можно увидеть на этих бредовых скринах? Да и вообще, какой хер сразу фитнес? Он, кстати, повторяется. Где тут поржать над долбоёбами? Ебать! Как же на Сирусе? И тогда по логике надо нерфить Рапсаду. А подожди, сука, а если сравнить реально, вот, ну, по факту, не, ну, тут он прав. У меня шем, у меня шем. Подожди, а если б такую... Вон там Арислин 20-ку дал, чё там сравнивать, нормально всё? Так, в смысле, Арислин больше меня дал без шема. Ну вот, видишь. Чего, нерф ретриков? Если бы есть какой-то ШП условно написал бы, типа, ебать, что за хуйня, нерфите ретриков. Не, смотри, понимаешь, в чем разница?
конкретно в этом контексте. Вот эти люди, блядь, нету сухопуза скина. Короче, вот эти люди, это терпилы, которым похуй. Им дадут один КДПС, они будут играть. Это их проблемы. Так, ну, блядь, нет у меня, я бы сухопуза скрин показал. Типа, они не дамажат, пусть создают темы, я создаю тему. Я в Т5 создавал 10 тем, нахуй, и всех их принял. Я не против того, что ты тему создавал. Пусть. Чё это за клоун, блядь? Я против этого как-то, нет? Я так и напишу ему, так это их проблемы, алло, ты сын шмары ебаной, нахуй, ты ноль в этой жизни, я бы тебя в реальной жизни отпиздил до смерти кирпичом, блядь. Шучу. Это кто вообще, кстати? Какой ник? Это в GTA. Да, это какие-то клоуны, которые боятся... Да, боятся свои мейны показывать, господи. Да, это вообще пизда, нахуй. У меня даже нету фейкового аккаунта, у меня тоже, я всю жизнь... Я всегда с мейна пишу, я пишу, ебать. Там у меня аватарка мощная, нахуй. Когда я пишу, ебать, все на очки сразу же, блядь. Так, все, сурка я тебя скинул, потом что надо. Ну это да, Ванечка, да я тебя по аватарке можно узнать. Кстати, Лондра, там этот, твою аватарку спиздил какой-то чел на X2, твою прошлую. И я случайно подумал... А, у меня текст спал. Кто именно? Там где Undertaker? Да. Она же у меня на форуме висит. На форуме, я про то, что в Дискорде у тебя тоже такая была. Ну, может, в Дискорде, может, тоже была, да, но давно. Да очень давно, но я говорю, я подумал, что это ты такой спрашиваю, типа, йоу, ты чё, типа, ты ещё одного ДК сделал? Это ДК с Peaky Blinders, кстати, был в нашу гильдию. Да, учи меня играть, пожалуйста. Я сет не понимаю свой на фрасте вонючем. Две кнопки жать не умею. Хз, что делать? Не лечится, по-моему, такое. Хочу сирать. Ой, блядь. Блядь, просто держи, что это за ДК. Это же ДК, наверное. Ой, он еще писал то, что в Т10 меня на 1к обгонял. У меня типа не было тринки на РПБ, я ходил как бы. Да, блин, Сови, это он, знаешь, ты... Кто это, чтоб так утверждать, что на 1к он тебя понял? Да ты понял, в Мирае где-то умер, а он там сидел, обузил вальках в ВВК, наверное, там. И такой, вау, я тебя передамажил. Таких клоунов тоже много. Не, ну Мирае я передамажил бы ФДК в Т10, конечно. Иди убейся, чел. Да. Так бы прямо так вот взял бы это свой Т10. А типа же я еще не играл в ВОВ, типа 3-3-5 ни разу. Задыкай этих вонючих. Нет, если по факту сказать... Я сижу, сосу пипу. Не, если по факту сказать, на X1, когда у меня был мейн ДК, просто потом стал мейном, я раньше еще танчивал, то 17-ка... 17к выдавал в своем просте. По тоже по зонам. Мало. Ну там, не понимаешь, там была триня с этого. Ну там брюли, усилки тут на X4 урон вообще, я не знаю, позорный. ДК. Я на X5 зашел, у меня там способности уже дамажит, как тут, типа, в 262-м кире. Там, знаешь, тебе скажу, был вот триня у меня, блядь, помню, из Грула вроде как. На РПП. Не, с Глогер. Кружка. Да. Кружка хорошая тебя. Мне говорили, что вообще у тебя подвонишь. Зачем ты что-то забыл нахуй с этой трени? А мне Кирилл сказал, нет, ты ДК вонючий, я тебе не дам кружку. А в итоге мне дал. Типа, а я с Рогой ролил, думаю, а чё в смысле? Выкинули, надеюсь, я кружку не отдали. Не, это вообще huge moment, я бы сказал. Да? Да. Ну, ты же хотел. Не, ну кружка на НХ это тоже huge moment, ты. Мне кажется, меня вообще Кирилл везде заскамить хочет. По-любому, да. Он мне...
Открываешь эту вкладку, и будет смеяться хочется, если смеяться. Ладно, извини, Кунка. А? Там скрин смешной был просто. Так, где это? Бля, ну а чего вы идем? Я вы не пупать, я же предупреждал. Помнишь, я же говорил, что трахнул нахуй. Я говорил, ну дай время. Бля, до этого ты у меня такой, блядь, под столом жил. И типа. Я же говорил, я же вас выебу. Вы не верили. Ты говорил, да. Ты говорил, выебешь, будучи спеки ФДК. Я там ДПМ, да. Потом мне яйца отрезали. Потом тебе одно яичко отрезали, потом у меня герапнулся, я второе тебе, чикс, и все. Да, блядь, и писюн тоже уменьшили, блядь. Так я тебе говорю, он не просто 10% силы забрал, он забрал и количество, ты с овером, типа, уменьшаешь КД БШ, и он на 20% понерфил колба. То есть, получается, ты меньше ауешишь, ты меньше дамажишь быша, ты меньше забой лутаешь прок на силу с быша, и ты вообще в целом этот прок получаешь два раза меньше на силу. Это ебать, он 5-6 аспектов понерфил вот этими вот двумя нерфами на две строчки. Кунка, сколько ты там на тухлом дал? А ну, кстати, покажи разруку моих проков, ну подожди, дай на силу. А на тухлом? Подожди, это твой урон. А, вот. Вот тут, кстати, просто... опять... А, не, у тебя тут настой уже есть. Ну, смотри. Я обновил, наверное, шоу, видео шоу. Да. Я хочу посмотреть... Истерию, там второй скрин. Руник два я раза. Я типа, я показываю скимбол воителя, а где... ...ТЛКшное кольцо? Сейчас, сек. Я хочу взять лицо Dragon Knight и по арматуре так поебал. Злой он но. Такой даун. Слушай, кольцо не показывает, видишь? Оно до этого показывало. Подожди. Я просто оптайм, посмотри, вижу, что здесь утринки, у меня утринки одинаковые оптайм. Это повезло просто, кстати. Это повезло, да. А вот же закален, вот и... она. А часть где? Ага. Три раза прокнул. Это аптайм с кольцом? Аптайм нету, нет. Что, у воителя нет. Лучше? То есть, да. И причем, смотри, третий прок у тебя целка прокнуло, но бой босс умер. И не до конца оно тикнуло, видишь? Угу, 26 да. секунд. Да. Странно. Там нет, именно шанс прока, видишь, наверное. Видишь, шея хорошо прокает с кольцом, рисованные шмотки как хорошо прокают. И вот да. Эта хуйня очень нихуя не прокает. Ну я, кстати, помню на X2 некоторые фурики целкашное кольцо меняли. Ну тут я видишь, у меня два хаспота даже выпил. Ну тут сильный пол, кстати. Тут и тринки хорошо прокнули у меня. Ну там пиздец, реально. Там если чего Сарси поймет, там... У целка кольца минута КД, точно. А, но... точно, да. Ну там разница, да, в 5 секунд есть. Так, чё там? Да ладно. Бля, как мне это всё грамотно залить? Потому что в один скрин не все видно бафы. Твои и мои тоже. Плюс я дубликаты делал скринов. Ондра, сколько силы в чистом виде будет лучше, чем кольцо с ТГ? Апнуто. В районе 50. Звучит херово, конечно. Хреново звучит, говорю. Чтоб было больше сотки АП, будет точно профитно. Если меньше, то там уже спорно. Там уже надо смотреть высоты. Бам. Если ты меня хочешь спросить, я могу точно сказать, что лучше. Типа, ну. Ну сейчас я тебе так скажу, что на ДК лучше кольцо с это с ТГ взять из ЦЛК. Пока лучше ты ничего не оденешь. Тем более на Форесте я точно помню, там. Не, ну хотя там если у тебя грудь офсетом. Ну. Не, ну типа меткости нормально все должно быть вроде.
Нормально все. Ну, типа, у тебя ж метка, ну, грудь офсет, я же говорю, у тебя должно быть нормально все. Ну, хз, там надо смотреть. Ну, тебе же в любом случае надо, наверное, будет брать СТТГ, наверное, или руки, или плечи. Ну, тебе надо выбирать там, типа, тебе или силовые плечи брать с постой, или же... С и запы. Я бы тебе посоветовал, как я на Бладыка делаю, что лучше на просто взять эти кожаные перчатки с крит-уроном выбить как-то. Поставить их лучше. Кожаные перчи? Да. Ну именно золотые, 264-е? А... Или что? А. ТТГ? ТТГ падают, да. С крит-уроном взять их. Или плечи, там, это без разницы в том случае. И в моем тоже. И все, и типа ты пояс и запы берешь классовые. И все нормально. Вы сможете пройти последнее испытание. Ну а так, если не так, как я сказал, то у тебя получается, что у тебя будет плечо, блять, хастер, ПБ, нахуй. Плечо, хастер, ПБ, что-то я не знаю. Я просто тоже думаю, тут тебе надо выбирать, или ты хочешь силы больше, или ты хочешь лучше статы. Но я бы, честно, выбрал на эти кожаные перчи, потому что там в таком гире уже и крит нужен. А, там чисто ради силы, конечно, но... Мне кажется, крит просто больше роляет уже. Силы там достаточно. Так, шанс крита получается, кожаные перчи, да? На крит урон. А, модификатор, понял. Да, но модификатор тебе надо. Ну, может, идти на шанс крита взять. Типа, ну, просто вот... никаких масок нету на ледяную косу, она там больше 50 ни разу не пукает. Это очень роляет, я вот не знаю. Ну, что, типа, если думать, ты, у тебя две косы критануло, это нормальный бурс получается, и, соответственно, ну, я концовый понимаю, урон да. лучше. Это все, я... Блядь, жопа. Тут ты уже сам думай. Ну, я думаю, там надо смотреть, во-первых, первое нужно смотреть по своим статам. Что тебе нужно? Если у тебя крита достаточно, то, наверное, крит урон. Если крита недостаточно, то лучше крит шанс взять. Не знаю, если ну как ты... папа, крита много не бывает. Ты смотри, ты еще целишься на то, что у тебя одна тринка будет с критом, это будет фетиш. То есть ты как бы примеряешь. Ой, до него так. Еще дожить. Ну ты же, блин, если честно, шмотку с ТТГ, мне кажется, будет сложнее выбить, чем, блядь, фетиш, нахуй. Честное слово. Поэтому, типа, мне кажется, надо будет... И фетиш можно будет купить, вот эти шмотки с ТТГ еще купить нельзя. Поэтому, хз, им можно будет, неизвестно. Поэтому, типа, хз. Я надеюсь, они по-человечески сделают с чарками, чтобы не вот этот рандом конченый был. Ну, это так, слушай, тебе, скорее всего, нужно будет чарка на крит урон, я думаю. Мне кажется, тебе хватит. Если ты будешь брать эти все-таки кожаные перчатки, да? Не, ну, в принципе, ты можешь и то плечо взять с этим, с ростой РПБ, но она должна быть у тебя уже по-любому на крит урон, наверное, или на крит шанс хотя бы бронить. Наверное, даже на крит шанс, скорее всего. Потому что ты вот когда это плечо поменяешь, ты как раз 2% почти проиграешь крита. Опять я не тот скрин залил, блядь, господи. Он рарак? Хрен его знает, я еще сам не разобрался. Ну как, на форуме сказали, что это лошара ебаная чепушила. Где? Ну вот везде писали. На холике 19-20к дамажит, не знал? А ты там 15-ку даешь, все. Нулевая хуйня. 15, да, за 15 тысяч мне понравилось. Не, ну я давал, да, когда сколько... Раньше давал, сколько мог, ебать. Извините. Так. Там, ебать, 300 скринов накидал, дура, ты скоро отправишь сообщение, чтобы я его... дизлайкать мог, нахуй. Я знаешь, что я напишу в этой теме? Напишу. Фотошоп. Не надо, эти долбоебы сейчас налетят, блядь, реально подумают. Я скажу, это хейтеры фотошоп, он опять хотят выставить нахуй, не в том свете нахуй. Блять, в какой же долгий рейд попал, как они заебали, сука, стоять полчаса нахуй перед боссом.
А похуй. Вообще похуй. Отдельную тему создам, напишу. Накидаю туда миллиард скринов, напишу апни армса, дядя. Все, сурк есть. Тут есть твои бафы, дебафы, мои бафы, дебафы. Все, в принципе. ДПС я кидать не буду, Ваничела кидал. Нахуй босс нахуй послали. С фразой «Передадим в нужные руки». Информация будет передана разработчикам. Да, и через 10 лет ответят. Я вот такой ответ рассчитал. Тиму по ФДК видел 2Т6, там месяц не отвечают уже. ДЦшник на себя поиску дал, блять, перед боем, нахуй. Не, ну Кунка всё, эту тему удалят. Ну мне похуй. На, всё, кидаю бомбу, идите нахуй. А, не, этому клоуну надо написать. А то он кинул бомбу. Чел. Не позорься, держи в курсе. Держи. Рычаг дал больше меня. Больше арбуса. Напиши мне на тухло пузики, блядь. Не хочешь? Опа, там уже кто-то ответил. Кунка? Опа. Кунка там зеленый пиздец. А чё это за клоун пишет? Кунка зеленый пиздец. В смысле, нажми на них. А, блядь, Кринь это умров. Вот! Всё видно. Охуенно слел. Да! Ваничел. Вау, Ваничлен, а? What the fuck? А, зелёнку обузит, сука, зелёнку обузит. Три раза нажал. Ну, правильно, блядь. Ну да, руни. Ну, так, если бы я там не было, наоборот, вот. Сразу видно хороший, блядь. Он шарит. Он что-то знает. Твои деда аргументы. Ну что, все, да что запишется? Как бы сказать, что он сын шлюхи и одновременно пиздит? Напиши, ты хочешь хайпануть? Пойдем за гаражи. Ты хайпануть хочешь, так и скажи. На армсах писано, да? На армсах, на армсах. Владыка, самая популярная тема. Хайпануть хочешь? Пиздец, нет. Кунка, нахуй, Калин. Спастите, ведет? Я хорошо. Бля, а бы портофалов это нет. Пальчиком охуенно. А то нахлёво не снимают. Я скину скрин, скажу, блядь. Да, типа, смотрите. Охуя ретрик под крыльями, на пулами, блядь, лучше больше огромного. Да. Помешайте крыло, ебать. Чем гибрид ДК. Одно две отрезки кого-нибудь, одно оставьте. Нормально фонарь будет, не? Ой, блядь. Чем вот, смотрите, вы повысили грид в танка, зачем тебе на пулер нужно? Скажем, ну, перейти обратно на пулера нужно. И все. Блядь, не послался. Держу в классе. Блять, ну вот сидит на фейк аккаунте, пукает что-то, блять. Сюгель-вунгель. Я сейчас узнаю, что это за его чар, блять. Что мешает отключить канал, а не для кастеров. Ща. Тут полюбас будет темка, смотри. А, помощь новичку, ну-ка. Не, это не он, ХТС. Он полюбас создавал тему, где он с саппортом обращался и что-то ему нужно было. Ебать, он во все темы, блядь, лезет. Посоветуйте насчет расы. Эйдара нет, играть буду еще и за хилл спеки.
Текст темп по фейкам. Блять. Ну так а чё, есть скрины, где этот? А вообще есть на крайняк бомба, стрим Редигана, блядь. Всё, похуй. Где это хуй? Не в сети. Как хочет справедливость. БДК добавит слишком много, я думаю, слишком мало. Никогда тогда! Шэм, собери, чувак. Да это от 30 буду давать, мне кажется. Пиздец, ты будешь, знаешь, вот на пуле ты набрал 60 кого-то, у тебя столько останется, блядь, до конца. Да, наверное, половина останется. Так просто руник, по идее, пиздец, как сильно скалируется от Шэма будет. Конечно. Прям вообще, потому что она ёбнуто бьёт. Но это да, но вот руник с его уроном, его тычками, это будет вообще пиздец. Там такой урон будет. Руническая мощь. Рунчи, это еще что? Это АОЕшка. Ну типа, когда я лужу кладу, рунические удары вот теперь вот так отображаются. Прикольно. Скажи, АОЕшка слабая. БДК очень слабая, мне не нравится. Раз, какими я даунами просто играю отбитыми? Бля, чтоб ты поливал, я на этом лище так сильно постил, что тебя догнать, что я даже сам пытался злых духов этих летающих попробовать клебануть, блядь. Размашистый нажимал и прыгал, сука. Нихуя не помогло. Я там тебя даже и не крутя в тех духов бы сюда передамажил. Ну не, ты мором... Общий, чтоб еще был. То, что в лича тебя перебивал, я и так знаю. Но лича это в курс, да, но в общем ты даже... В общем, хотел еще. Даже в общем я оставил. Хотя я, посмотри, я накливал дохуище просто. Ну, конечно. 3,5 ляма. Не попизить, чем у меня будет. Но не на всех боссов, че сказать. Ну, может быть. Еще такие боссы, что... Боя снимал. Если босс с трэшем, это он тот же самый дичь, ебать. По сути. Ну и срок. У нас тут что-то не видно твоего АУЕ, если честно. Не заметил. А там, чем сильнее рейд, тем больше они кливают, тем меньше я могу обузить. Ну, конечно. Но, типа, по факту, я смог 2,5 косаря от забузи трэш. Я бы там вообще был бы на дне рекаунта, если бы не кливал. Неужели ты там плохо дамажить начал? Мне кажется, ты специально кнопки не жмешь. Бля, ни разу. Чувак, ни разу так не делал. Да? Да хоть в РБК, если я буду, я буду жать, блядь, на 200% кнопки, нахуй. Ой-ой-ой. Вопросов нету, Конка. Вопросов нет, терпеливый. Вопросов нету, терпеливый. Я это не сниму звание, пока БДК. А? Открой сумку видно, полностью. Пока БДК не поддержит, да? Да. Если когда не уберу. Чё, Мира, я хотел? Сумочку открой. А, ну ты этот тоже не богатый, да? Ничего себе, 27 тысяч, ебать. Кунка, десяточку, блядь, он тебе на базу. У тебя больше, чем у меня, я уверен, прям сейчас, блядь. Есть доступ к гибалку, блядь. Не, ну если я это продам, я буду миллиардером. Кого? Танкитка еще осталась и игрушка. Ебать. Ебать. Да ну нахуй, подари, блядь. А, мне безжалостный писал, он хотел купить что-то ж. Катулку. А что ты не продал? Он 50к просил. Было мало. Мало. Он заебливую шкатулку, блядь. Я бы за нее и 5000 не дал, блядь. Кто это, Лен? Неизвестно. Бэба? Беба, нахуй, беба. Ты остался без друга? Где мой друг? 20 тысяч, 50 тысяч. Никто не продает ее. Продавай. Закинь за попу. Не, не могу. Закап голову, давай. А?
персонально. Так, голды. А. Так лох ты. Ты ее завязал, еблан? Да. Да, а смысл? Мне все равно, не, типа, голду только на реги тратить пока. Я больше инжуер. Понял? Как же хуёво стало. Ой-ой-ой-ой. Минус 50 тысяч. Ой-ой-ой. На ровном месте, на шкатулке, блядь. Ой-ой-ой-ой. Бля. Фонарего. Это пиздец. Ну что ты на фонаре катаешься? Хоп-хоп-хоп, постретился, ебать, побежал. Пам-пам-пам. Ебать, она громкая на весь Далоран. Интересно, блядь. Кунки, что же ответит XTM? По поводу этого ДПСа. БДК дамажит нормально. Изменений пока не планируется. Нормально, нереально. У нас все нормально, мы так и нормально, нереально. Да, Кука? Да. Да. Я напомню, как он раньше был, когда он крутил, как он был сильный мужчина. Он такой... Ох, ебать, что тут фу 24 дал на сурке. Он такой... Но, если что, меня тогда Нэшки и истерии летели. Даже тогда. Это был ДПС обмазанным. А, это да. Но я, если честно, в рофлу это делал. Не, ну это рофл, рофл, я все понимаю, конечно. Но все равно забавно было. Да, 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 так исполнил. Вечер расставил такой, ебать, ара, я дал эти цифры. И фонарик такой, он откуда угла подпрыгнет. А, ты лучший, Кунка. А, Кунка, ты лучший. А сейчас нету такого что-то. Все, фонарики. Фонарики. Теперь я фонаря только могу поздравлять. Бля. Фонарик, что ж случилось? Как так? Это как это, в том, это, как там... В смешном видео, там, где, блядь, про бойцов, ну, такой... В один момент, бах, и Аллах все силы забрал, да, блядь, Кунка? Долбащи. Чисто в моменте Аллах все силы забрал, блядь. Ой, ебище, блядь. Бах, Аллах! Ну, это не я говорил, это цитата, бро, это, ну... Это, между прочим, человек вашей веры, так скажем, говорил это. Больше ко мне никаких претензий. Скажи мне одна вера, мой шеем, нахуй. Он как читает это сообщение. Чё, всё? Флут в чате закончился, блядь? А королева просто перестала писать. Королева... Блять, да я заебался стоять, мы вайпнулись сразу. Кунка, ё-моё. Чё ты отправляешь? Удали, пожалуйста. Он дрочит, не играть. Да, это я и Кунка. Ну это 100%, мать, это именно оно, нахуй. А что его за скот? Мне просто интересно, так слева или справа, блядь? Ну я... Не, я справа, потому что я типа... Он типа стоит, он тему создал, а я вот подхожу к нему, блядь. К нему подключаюсь. Подхожу к нему, говорит. Он драмера, я же все это играю. Передает скилл, да? Да. Передает. Рай, ты почувствовал, как по тебе?
как по тебе 15% чарка силы прокает, или ты статы хочешь больше? Это обычно прокивает. Ой, сука ты. Не что набрал в поиске, педики или геи, блядь? Надеюсь, зальем сегодня. Я никому не давал свой чар. Я, кстати, заметил, вот он, X-темп, он как будет, он сядет на один спек и все, про другие забывает. Типа, да, до этого в одно время он сидел на элимах и 2 месяца ебаных сидел, только эту тему читал и там переписывался. О, а нифига этот петух дает на 4 минуты? Ну да. Бля, ну, Мирай, да. Вот, пиздец, вообще не прошарил. Петух так там бесит. Так не только 4 минуты, мужики, потому что... Жики, научите обузить. Под конец, когда он закончится, он еще может крикнуть, и у тебя, считай, будет 5,5 минуты примерно баф. Он же еще живет 1.5 минуты. Ну ты смотри аккуратней, ты должен держать ренджу большую, примерно, не знаю, 35 или 40 метров, наверное, от босса. Потому что он пулится. Ондра уже пулил. Петуха. Анимация, нихуя. Он просто берет. И пулит на босса. Моментально. Да. И потом ты сейчас этой хуйней будешь бить этого босса, блядь, с нетринкой, нахуй. Ну, кстати, плейбой, он ренджу знает на тухлопузе. Он гений. Он, да, он прошаренный за ренджу, он прям поставил петуха прям на краю, походу. Петушечка поставил-то, блядь, на краю, да. Это печально. Вот он. Бля, чувак, у тебя какой-то другой, кстати, вроде. Ебать, прикольный петушок, кстати. Да вообще пиздец. Он еще сколько рекает. Сколько полигонов из 10-9? Один забыли, да, добавить, нахуй. Алло, кричи, дура. Ну он же механический, блядь, что ты хотел? А он должен за тобой бегать, кстати. Да. А, во. О, скорость атаки, а не хосты, сори. Ну да. Я бы ДК тема, пиздец, руники больше. Да, 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 конечно. Опять крикнул. Но у меня, кстати, еще и инжа есть. У меня даже профы получше, чем у босса. Кстати, у него вроде другие профы, чем у него КЖ-ка взятая, по-моему, что бесполезно. Странно, что он без инжи играет. О, то что-то ответили? Творожака написал, если ты его на X2 помнишь. Да это ж этот, тоже еще такой фрик-школьник, это ж с этого. Да. Ну, он просто вспомнил, как я на Асгарде топ-1 ДПС был, поэтому... Ага. Он фрик, пиздец. Хуйню иногда, ну, почти всегда хуйню высирать. Зато смотри, ФК. Бабки зарабатывает 2000 рублей, нахуй. Ты тут? Линк близ дис удалил случайно. Фаражопа, бля. Санта-Клаус, нахуй. Вот что такое скилл. БДК вон как выдает в ту ротацию из 2 кнопок на фурике нормально. А ну сейчас что там? Я тебе советую оставить гайды. Что он написал? Ты слабый. А, да я слабый просто. Аж. Ты еще скажи, дело не в скилле, да, а сервер крылой. А он еще забыл, что я, оказывается, на армсе играю, а не на фурике, блядь. Тупоры. Блядь, откуда эти клоуны берутся, ёбаный рот. Пизда, блядь, рождение Дауна, нахуй. Мне просто напишут Даун. Ну да, это вот так. О. Это Мирей я скидывал, да? Это за ренджу на боссе, нахуй. Да, мне даже жалко его стало. Да хуй это так надо. Не, Кунка, я тебе сейчас скину чуваков на форуме.
А, не, меня Кирилл забанит. Папич с членом как Беба любит. Типа того. Похуй. Просто на смене света, сука, минус 10 тел, нахуй. Я ебал, нахуй, эту хуйню, нахуй. Ой, блять, пугарейды, нахуй, я ебал. Да, картинка отлично подходит, потому что мира я скинул. Короче, блять, мои полномочия, все, нахуй, я ебал. Все, блять, камень Долоран, нахуй. Унька в муте? Камень Долорана. Ну куда-нибудь там, ну, подальше. Куда-нибудь. Куда-нибудь подальше.